Приветствую вас и со стороны психологии ваш мужчина ведет себя так, потому что, во-первых, у него есть определенные комплексы. То есть, вот когда он обвиняет вас в том, что вы гуляете, в том, что вы неправильно что-то делаете, он говорит в этот момент о себе. То есть, он как бы сам боится или опасается того, что будет неверно что-то делать. Обычно человек как раз таки говорит о том, что его беспокоит объекты других людей. То есть если кто-то постоянно обвиняет другого человека в том, что он изменяет, что он гуляет на стороне и предает, то очень велика вероятность, что человек сам этим же самым страдает. Ну, то есть, это ему свойственно. И он, не желая признавать данные качества в себе самом, и считать их плохими, потому что тогда это будет означать, что человеку придется меняться, что-то делать. Он это замечает во всех других людях. И тем самым портит с ними отношения. Понятно, что в этой ситуации нужно определить, мужчине нужно самому определить для себя причину того, что он во всех видит какие-то недостатки. В данном случае недостатки связаны с ненадлежащим отношением к партнеру. Причем, что он сам ведет разгульный образ жизни, и, видимо, это также ему не нравится. То есть, он для себя считает возможным так делать, но в других людях это не терпит. Именно потому, что в глубине души у человека всегда есть осознание того, что его поступки, его поведение неверны, но, блин, это не хватает духу, не хватает честности, не хватает осознания и воли. Следующий момент, который нужно сказать, это то, что агрессия мужчины связана с неуверенностью в себе. Неуверенность в себе в данном случае проявляется на фоне вас. То есть вы успешный человек, вы привлекательный человек, красивый человек, он на фоне вас чувствует себя хуже. И он изначально, вот, видимо, с начала отношений, вначале был очень горд тем, что вас завоевал, что он стал вашим мужем, что вот вы отдали ему свое сердце, свою руку, да, и так далее. Но потом понял, что он не справляется. Банально не справляется с семьей и вами. Он понял, что вас недостоин. Он чувствует, что недостаточно хорош для вас. И опять-таки, признать, что он не идеален, признать, что у него есть ошибки, для него слишком сложно. Потому что человек, видимо, гордый, человек, видимо, принципиальный для этого и не способен мыслить самокритично. И из-за этого его агрессия является следствием того, что через свои претензии он хочет, по сути дела, показать что? Что он лучше вас, что вы хуже него, что вы ниже него, а он выше. Так он самоутверждается за ваш счет. Плохо, конечно, аморально, очень низко для человека и недостойно такое поведение, тем более недостойно такое поведение мужчин. Но с психологической точки зрения именно эти моменты и приводят к такому поведению, к такой агрессии. Еще немаловажный момент заключается в том, что у мужчины может быть имеются некие неразрешимые проблемы и конфликты, которые он сам не способен как-то решить. То есть вот вы, например, пишете, что вы решаете там все за него, да, то есть вы делаете все дела по дому и все семейные вопросы решаете сами. А он почему-то этого не делает. Вопрос возникает, почему? Да, с одной стороны, может быть, проблема заключается в том, что он как раз-таки
ну, считает, что он хуже и на вас оставляет все. С другой стороны, он не хочет этого, может быть, делать вообще даже сам. Но, скорее всего, поскольку это поведение ненормально и нетипично, мужчина просто испытывает некие препятствия к тому, чтобы начать делать что-то самому. Начнет решать какие-то вопросы и проблемы. А это всегда неполадки именно с осознанием самого себя, с пониманием того, какое место ты занимаешь в обществе, с пониманием того, что ты знаешь, что ты можешь, чего хочешь и так далее. То есть у мужчины есть ряд определенных проблем, внутренних противоречий, которые опять-таки обосредуют напряжение, которое выливается в агрессию. Агрессия — это всегда следствие внутреннего негатива человека. Надеюсь, понятно, что счастливый человек никогда не будет вести себя агрессивно, человек, находящийся в гармонии с собой, также не будет никогда вести себя агрессивно, просто потому что нет никаких мотивов, нет никаких стимулов для этого. А если мужчина ведет себя так, значит, у него внутри есть какой-то дефицит. Дефицит его потребностей, дефицит его желания, может быть, какие-то неудовлетворенности, проблемы и так далее. И пока эти проблемы решены не будут, мужчина так и будет вести себя агрессивно. И в этом контексте можно говорить о том, что не вы виноваты в том, что он себя так ведет. И он на самом деле тоже не виноват. Проблема в том, что у человека есть некие противоречия. И эти противоречия мешают ему вести себя спокойно. Они постоянно требуют от него высоких затрат энергии, высоких затрат воли, контроля и прочих регулятивных чувств. И с вами он как бы прорывается, а с вами он немножечко расслабляется, и это выливается в агрессию. То есть вы здесь не виноват. Мужчина ведет себя так с вами, потому что у него есть внутренние проблемы. И в этом случае вы выступаете не в качестве объекта, да, не в качестве вот как бы партнера в отношениях, а в качестве средства. То есть вы являетесь средством для мужчины в том, чтобы как бы снимать свое напряжение. И это нужно очень хорошо понимать. Соответственно, отвечая на вопрос о том, как можно вернуть доверие, ну, я надеюсь, понятно, что до тех пор, пока у мужчины будут внутренние противоречия и проблемы, ни о каком уважении с его стороны речи быть не может. Пока он будет таким же неуверенным в себе человеком, со своими страхами, проблемами и нерешенными конфликтами внутри, ни о каком уважении речи быть не может. Потому что человек может уважать кого-то только в том случае, если он уважает себя. А мужчина, судя по всему, судя по его поведению, даже себя-то не уважает. А это большая проблема. Если человек не уважает себя, он не умеет, не может уважать других людей, и в том числе и вас. Поэтому до тех пор, пока проблемы мужчины не будут решены, можно говорить о том, что уважение вам не вернуть. Потому что он вам его, в принципе, дать не может. До тех пор, пока, например, противопоставляют вас себе. Тогда как противопоставлять не нужно. Нужно просто понимать, что у каждого есть свои способности. У каждого есть свои возможности. Например, у вас есть свой бизнес, у вас есть свои деньги, у вас есть положение, есть там способы заработка. У него, допустим, всего этого меньше. Ну и хорошо, можно какими-нибудь другими способами вкладывать значит, в общее дело, в семейное, там, бюджет, там, просто в семью и так далее. Но он этого не захотел, а точнее не смог.
он не смог. И вот на вопрос о том, почему он не смог оценить свои личные способности, почему он не смог оценить свои достоинства и пользоваться ими, является главным здесь. Что касается сына, и что касается того, что он любит отца, и вы поэтому не запрещаете мужчине ночевать у вас дома на выходных, то я думаю, что здесь тоже можно решить несколько полюбовно этот вопрос. А именно, может быть, сыну имеет смысл встречаться с отцом где-нибудь и проводить с ним время, чем отец будет находиться у вас, и тем самым будут постоянные ссоры, постоянные конфликты, напряженная обстановка и так далее. Все это вредит не только вам, не только мужчине, мужчине тоже это очень вредит, но и еще вредит ребенку. Ребенку тоже очень сильно это вредит. Поэтому подумайте над вопросом, как, сохранив общение значит, сына и отца, исключить вот этот вот раздражающий фактор. И тогда, я думаю, все будут довольны, и вы сможете вдохнуть свободно, спокойно и, может быть, даже начать новую жизнь, начать новые отношения, уже более равноправные и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим